Привет Леониду Николаевичу из солнечного Будапешта. Я надеюсь, что гонка для нас сложится удачно. Так что до гонки осталось немного, с нетерпением ждем старта. Ну, во-первых, действительно, в Венгрии замечательная погода. Я очень рад снова быть здесь. Надеюсь, что в этот раз удача будет в нашей стороне, потому что последние пару гонок были не самыми удачными. В общем, мы были быстрые. В общем, наверное, самыми быстрыми в канале на каждой гонке на Бахе в последних несколько гонок. Но имели определенные проблемы. Надеюсь, на этой гонке все исправится. Здесь первый раз и не знаю, какие будут трассы. Надеюсь, они будут такие же замечательные, как в Эстлеме, потому что там мне очень нравились спецучастки. Они были техничные, быстрые, достаточно жесткие. Поэтому надеюсь, что здесь будет также интересно.